Еще одно ЧП в выходные произошло на улице Фомина. Там загорелся деревянный одноэтажный дом. Ну, мы только подошли, и прям дым пошел. Мне знакомый говорит, посмотри. Смотрели, прям начало все взрываться. Бахало очень сильно. И прям ток вот этот, электричество там проводит. Спасатели прибыли на место через одну минуту. Люди, проживающие в соседних домах, сообщили, что в объятом пламенем здании может находиться его пожилая хозяйка. На спасение людей было сформировано звено ГДЗС. За столом бы они вошли вовнутрь, а пострадавших не обнаружили. Пожар тушили около часа. Когда закончили, увидели, дом полностью выгорел изнутри. От крыши вовсе ничего не осталось. Позже выяснилось, что сгоревший дом не жилой. Хозяйка лишь иногда навещает это строение.